Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Сейчас мы рассмотрим довольно забавный момент, который случился со мной на днях. Играл я за Скорпиона, и я вам покажу идеальное ограбление. Идеальное. Где я за Скорпиона один против троих или четверых украл руну. И при этом выжил. Давайте мы посмотрим на это. Вот, я играю за Скорпиончика, качну второй скилл, потому что играл я через леса. Поэтому здесь без вариантов, мне нужен был второй скилл. Специально я сделал туман войны, да, чтобы вы не видели врагов, так будет интереснее. А потом мы посмотрим без тумана войны. Вот, все, иду на руну. И здесь моя огромная ошибка, я завтыкал. Когда я сюда вот подошел, я протупил, короче, нажал Alt-Tab, да, и пошел делать свои дела ВКонтакте. Просто я забыл про игру. И уже когда я... Сейчас вы увидите момент. Типа, все спокойно, бла-бла-бла, все хорошо. Пау! И только тут я включил доту, и уже в стане был. Врубаем это пыль, инвиз, уходим в другую сторону совсем, подбираем руну и убегаем. Вы видите, как все профессионально сделано. Ну и давайте вдобавок еще стрелу, и естественно я выжил. Не зря ставлю каждый раз перед игрой кучу икон. А теперь давайте быстренько глянем еще раз этот момент, но уже без тумана войны. Так, где там ты был? Где-то вот здесь, да? Да, вот, нормально. Все, вот Скорпиончик бежит. То есть еще раз говорю, я включил только так, тот момент, когда поймал стрелу. Смотрю, типа такой, опа, я встану, что за дела? Ну ладно, там уйду в инвиз. И заметьте, я специально, да, когда он начали крутиться, там сверкать, пердеть, свистеть, я пошел не в эту сторону. Если бы я пошел в эту сторону, меня бы убили 100%. Пошел в обратную сторону. Смотрим еще раз. Само собой, врагов мы здесь не видим. Ну, я и не мог видеть, потому что я не был в доте. Сейчас полетит стрела, и даже не отходил от нее, просто даже не видел. Ну, и даже не отхожу. Пукс! Давай. Пошла горелка, щиток пошел, крутилка, перделка, и опа! Не-не-не, дурачки, не то-то было. А у нее, видите, стрела КД, проходит КД и кидает стрелу. И, естественно, мимо. Так что запомните, ставьте иконы перед каждой игрой. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.